Богородице, Богородице, Матерь света, любви и добра, ты надежда моя, Богородице, и чудесных прозрений пора. Богородице, Богородице, как люблю я тебя всей душой. Ты звезда моя, ты заря моя, ты луч света в жизни земной. Пред иконою, перед лобаною, низко в пояс тебе поклонюсь. Пред владычицей и отрадою, со слезами опять помолю. Ты прости меня, ты спаси меня, мой нелегкий час неземной. От врагов моих защити меня, огради нерушимой стеной. И о детях моих, Богородице, перед сыном твоим помолись. Ты прости всех, Богородице, и на страшном суде заступись. Пред иконою, перед лобаною, низко в пояс тебе поклонюсь. Пред владычицей и отрадою, со слезами опять помолю. Ты помощница на пути, и покров ты мой, и заступница, и целитель, каких не найти. Ты Печерская, и Казанская, и Ахтырская, все вы со мной. И Почаевская, и Смоленская, и державная над всей страной. Пред иконою, перед лобаною, низко в пояс тебе поклонюсь. Пред владычицей и отрадою, со слезами опять помолю. Моя Матерь, Царицы Небесная, ты мой покров и надежда моя. И если на сердце мне больно и горестно, на помощь опять призываю тебя. Царица Небесная, болезни меня изведи. Как трудно мне грешной терпеть искушения, коварный лукавый смущает меня. Лишь только с тобою найду утешение, на помощь опять призываю тебя. Царица Небесная, Царица Небесная, честным амофором меня ты покрой. Какая я слабая, какая я грешная, о, Мать моя, ты меня успокой. Thank you.
от вечных мучений и научи меня больше молчать. Дай мне смирение и веру в спасение и научи всех любить и прощать. Царица небесная, царица небесная, наставь меня, мать, на истины. На небе снегом, как хорошо, особенно, дорогие братья и сестры, я ждала этого снега, потому что у нас столько было работы, я стала, ждала, пока упадет снег, знаете почему? Не то, что я зиму люблю, я просто так устала, каждый день работа, каждый день, ноги выкручивали, руки болели, каждый день, знаете, если постоянно грязь, вот эта стирка, вот этой краски, и вот храм красился, и мы успели к зиме покрасить, слава Богу, спаси Господи, Боже. Не знаю, как Бога благодарить, это Богу Небесному, Матери Божией и всем добрым людям, что мы успели, уже упал снег, точно работать ничего не будем. Вы знаете, дорогие братья и сестры, что вот так красиво в храме стало, что просто радуется душа, аж не верится, что храм такой стал красивый. Но вы знаете, когда вот делали вот ремонт, и когда вот все начиналось, были такие трудные дни, когда просто я просто подняться с постели не могла. И было такое, что я плакала, потому что переживала очень много. Батюшка всегда поддерживал, говорил, что все будет хорошо. Теперь просто это все же не верится, но очень трудно было, очень было трудно. Я не говорю, что у нас само, люди не помогали. И Господь так управлял, вы знаете, было один раз так трудно, что просто было лето, и все люди были прихожане заняты, потому что у каждого была своя работа. И мне уже так было тяжело, уже сил физических не было, именно физически было трудно. Не то, что там, дорогие братья и сестры, там, ты можешь позволить себе все, там, было, люди в храм мало ходили, потому что лето было, людей не было, дохода у нас не было, за что ему что как делать, и помощи не было ни от кого. И вот мы приходим в храм, уже, знаете, такой упадок сил был, потому что столько краски уходило. Мы здесь все перекрасили. Наверное, здесь даже табуретки нет, которые мы не красили. Но даже табуреточки, все лавки, все перекрашены. Но иногда вы мне все пишете, это не переживайте вы за храм. Все равно как-то управится само собой. Ну, вы знаете, дорогие братья и сестры, я с вами согласна, но не совсем согласна. Само собой не управится никогда. Если бы оно само собой управилось, то было бы само собой, мы бы пришли в готовый храм. Но мы пришли в храм, был в таком состоянии, все было черное, грязное, само собой же не управилось. Вера без дел мертва есть. Люди ходили, люди верили, но нужно было работать. Посмотрите, как красиво вот все, Катя, как красиво. Цвет такой красивый, зеленый. Как обновилось все. Совсем другой вид, все дороги, какой храм красивый. Ступеньки сегодня приходили, делали. Мы когда вот снимали, я показывала, стала красить. Конечно, нужно все по периметру покрасить, весь забор. Ну, то, что мы успели. И так за такое короткое время вот, советовались все вместе, как его лучше сделать. Лавочки вынесли, все хорошо, слава Богу. Вот я радуюсь, что вот как храм изменился, буквально за такое короткое время вот там ступеньки сделали, и уже вид красивый встает. Покрасили вот эти ступенечки под низом, и тоже уже красиво встает. Все, слава Богу. Спасибо, Господи, всех, кто помогал, трудился. Храни вас всех, Господь.